Ну что, ребят, поболтаем? Давайте, начинайте задавать мне свои каверзные вопросы. Конечно, не обещаю отвечать на все, но я постараюсь. Так, всем привет. Привет-привет, я хорошо. Дома я болею. В общем-то, не знаю, не могу никак уснуть. Выпила лекарство, и, короче, мне никак не спится. Уже вторую неделю я болею. Как, в общем, выздороветь, я не знаю. Сколько лет? 28. Парень. Парня нет. Брянск, это нереально красивая. Спасибо. Ну, поздравляю, 18 лет, это очень серьезная дата. Поздравляю, правда. Чтобы все было самое-самое искреннее, чистое. И, конечно же, большой-большой любви. Это очень важно. Она, по-моему, отсутствует в наше время. Кушать надо. Да я и так ем. Вы думаете, я не ем? Так, как с отношениями, если кто на примете? О, знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос. По-моему, у меня какая-то проблема с выбором мужчины. Кому нравлюсь я, хорошим парням, я не нравлюсь. Ой, я не... Кому нравлюсь я, они не нравятся. Мне нравятся всегда такие... Ой. Плохие, в общем. Как понять, парня нет? Ну, вот так вот. Как сейчас зарабатываешь? Ну, то есть, Инстаграм, потом еще купальники мои. В директ, конечно, можете писать. Мне сегодня 5 лет с парнем. Шикарная дата, поздравляю. Какой рост? 1,67 м. Франция, привет. Пишите, конечно. Вот. Что-то мне в глаз попало. Молодые смотрят. Ну а что должны старики? Пускай все смотрят. И молодые, и немолодые. Чего-то расстались с Антоном. Слушайте, эту тему вообще поднимать не хочу, потому что я разочарована в этом человеке. Очень некрасиво он поступил. И я, короче, даже не хочу комментировать, потому что я в шоке. Вот. Я, короче, вот пью ингаверин. Спрей для горла, в общем. Я тоже так считаю, что свой человек никогда не уйдет. То есть свой родной, за которого ты выйдешь замуж, с кем будут дети. Даже если ты с ним расстанешься, ты все равно с ним сойдешься. Вот. Или же он будет там, ну, попозже. Молдова, привет. Чего не спишь? Не могу уснуть, хоть стреляй. Не знаю, в чем дело. Извини по поводу Антона. Не, ничего страшного, ребят. Вы можете как бы, ну, там спрашивать. Но просто я не хотела бы комментировать, потому что я, ну, скажем так, разочарована. Потому что, когда человеку идешь навстречу, да, идешь на какие-то уступки, и он потом так как-то очень странно себя ведет, какие-то вот эти посты в Инстаграме. Чё к чему, ничего не понятно. Я вообще была в шоке, и я не ожидала. Хотя мне говорили, что... Ну, просто я попозже выставлю пост. Я заболела, поэтому я не стала ничего. Сегодня я хотела выставить пост, но я ничего не выставила, потому что сегодня мне прям очень плохо было. Вот. И ничего я не сказала, не говорила и так далее. Вот, если расстанутся, вновь сойдутся. Я тоже так считаю, однозначно. Вот. Кто-то еще не засыпал. Ну, наверное, у нас время разное, правильно понимаю?
Ребят, почему вы так активно спрашиваете про Влада Иванова? Давайте закроем эту тему. Я по поводу, ну, то есть, если вы зададите вопрос, есть ли парень, например, да, я могу ответить, есть или нет. Но имена ничьи я не буду называть. Неважно, это медийный человек, не медийный, там, бизнесмен, или участник, или бывший участник. Неважно, кто. Но я не буду называть имя, не буду говорить, где он, кто он, что он, чем занимается. Я просто могу сказать, есть или нет, все. Сколько у тебя времени? Без 10:02. Потому что я вижу, как бы, слово скажешь, перекрутят, придумают, посочиняют кучу всего и, короче. Зачем тебе парень? Ну, действительно. Ой. Да, это лично, потому что, знаете, уже в силу своего опыта, скажем так, этих всех, когда ты рассказываешь, кто у тебя, что у тебя, кто тебе нравится или с кем ты встречаешься, ой, это прям жестяк, вот честно. Вот потом или ты ссоришься, или расстаешься, или что-то еще не получается, или человек начинает на тебя что-то там сочинять, и, в общем, ты начинаешь... Короче, ты в полном разочаровании, вот. Привет, ты в Москве? Конечно, а где же я еще могу быть? Если не в Москве, то где-то могу отдыхать. Но сейчас я в Москве, больше нигде не бываю. Как похудеть? Ребят, я сама так поправилась. Честно сказать, сама не знаю, как похудеть. И вообще дома так холодно, ужас какой-то. Мне надо выпить таблетки. Вот. Буду пить лекарства. Передай привет, пожалуйста, Светлогорск. Передаю привет. С Витей общаешься? Нет. Не общаюсь. Да, я не буду рассказывать. Знаете, наверное, не буду рассказывать до того момента, пока я не выйду замуж и не рожу ребенка. Потом все по факту и то. Я так поняла, что ничего разглашать вообще не надо никогда. Я пью ингаверин, ребят. Я потому что пила какие-то лекарства другие, и мне они почему-то вообще ничего не помогли. Так, Нине и Вике передаю привет, которые живут в Твери. Чего не спишь? Да вот собираюсь, по телефону разговаривала, и что-то я так заговорилась, что уже куча времени, я вот только... Увидела, что уже 2 часа ночи, думаю, мамочки, надо пить лекарства и ложиться спать. Так, лекарства вообще можно. Спасибо, пожалуйста. Аню, часто любите тишину, реально, я человек очень открытый, я всегда хочу всем все рассказывать о том, что у меня происходит, делиться своими событиями, радостью, но потом это мне вообще выходит боком, скажем так. Поэтому вы знаете, кто мне нравится, или с кем я встречаюсь, или с кем там, не знаю, я хотела бы встречаться, я ничего не скажу. Ни имя человека, ни это. Таня с Даней расстались, ты думаешь по этому поводу? Ой, ребят, тема отношений — это тяжелые отношения, тем более в чужие отношения ты влезть не можешь и понять, в чем проблема. Ну, поссорились, конечно же, очень плохо, я как бы, ну, не ожидала, что они расстанутся. Ну, надеюсь, что все будет у них нормально. Ну, потому что грустно почему-то, что... Вставать рано... Нет, завтра я проснусь в 11. Проснусь в 11... И поеду на массаж. Поеду на массаж, потом съезжу на рекламу. А с рекламы поеду еще в одно место. Бейлис, привет. Чашки, кстати, видели модные какие? Потом вам пост выложу, где я их приобрела. Очень, очень красиво. Вот по видео это не передать. В жизни они с узорчиками. Тут у меня очень красивые. А вот.
Твоя харизма одуренная. Спасибо, ребят, спасибо. Возвращайся на дом 2, тебе не хватает. Ой, вы знаете, я с дуру ушла, честно скажу. Потом жалела об этом очень сильно. Но никого не слушала, ни маму, ни подружек, никого. То есть я решила, что все, мне надо уходить. Потому что меня гасили со всех сторон, и я не знала уже, куда мне деваться. Вот, и ушла. Потом ушла, потом пожалела. Ну, как бы, наверное, все, что не делается, все к лучшему, я думаю. Ну, а то, что я люблю проект, это однозначно, это факт. И даже обсуждаться никогда не будет. Проект я очень сильно люблю. Хоть и мне там и нервы, конечно, все истрепали, но его любить, наверное, никогда не перестану, даже когда мне будет 70. Нравятся нарощенные реснички? Да, нравится, хотя я люблю себя и без ресниц. Люблю без ресниц, но очень проблемно краситься, поэтому хожу с ресницами. Люблю без ресничек, я очень такая милая, мне все говорят, ты вообще как будто школьница. Так, мне надо за горло побрызгать. Я так побрызгаю. Какой кошмар. Ужас. Да, отвратительно, правда. Ребят, мне очень приятно, что вы меня любите смотреть в эфирах, что вам меня не хватает, но есть же правила, которые нельзя нарушать. Я от своего вот этого вот характера, ну, тоже как бы плохо делала, ушла, пришла, это все неправильно, это очень плохо, и как бы, короче, плохо то, что я уходила, приходила, вот это вот все очень плохо. Но уже что сделала, то сделала, поэтому я ни о чем не жалею. Но в следующий раз, прежде чем что-то делать, я подумаю недели 2 или 3. Что я пшикаю? Ой. Панавир какой-то, не знаю. Ужас, это отвратительно. Буду делать коллекцию одежды. Наверное, да, но... Фу, я прям не могу, это ужасно. Это отвратительно. Ужас, невозможно. Я не курю. Так, вот это, кто меня оскорбляет, ребят, сразу вот я скрываю эфиры и до свидания. Ай, спасибо, спасибо большое, солнце. Слушай, ну то, как ты, когда кастинг проводила, то, как ты там вообще при исполнении был, вообще пушка. Сигареты не курю, кальян не курю, ничего не курю, айкосы, вот эти, всякая байда, ничего не курю. Вот кальян я курила на днях, и то это для сториса, просто я сидела, прикалывалась, раз затянулась, у меня закружилась голова до такой степени, мне поплохело просто, тошнить начало, я поэтому... Нет. С Лисковец не общаетесь? Ну как, когда пересекаемся, можем поболтать, а так, чтобы прям дружить-дружить, то нет. Но общаемся нормально. Аня, нравится мальчик, а он стал игнорить. Что делать? Ответь, пожалуйста. Начал игнорить. Ну, значит, у него пропал интерес. Логично. Раз пропал интерес, то не надо ему надоедать. Не надо ему наяривать. Ну, то есть, я не знаю, можно написать через время и посмотреть, какая у него будет реакция. Но раз начал игнорить, ну, как бы не очень хорошо. Что у тебя с бровями? Да откуда ж я знаю? Вот. Занималась когда-нибудь каким-то спортом? Конечно, я занималась танцами 15 лет, атлетикой 8 лет, карате 4 года. Ну и в спортзал хожу. Ты с Витей встречаешься? Нет, конечно, ребят, давно забытая тема. Ань красивая, но брови... Ну, извините, у каждого свой минус. Ань, как попасть на проект? Просто будьте собой. Идите на кастинг и просто будьте собой. Ничего не стесняйтесь.
Все, что думаете, все говорите. Просто быть собой, все. Не смущаться, не стесняться. Беларусь, привет передаю. Часто пьешь? Нет, не часто. Вы что? Так, зайди в директ. Мне рассказали, что я тогда творила. Стыдно, пипец. Но на следующий год туда точно приду. Добьюсь этого 100%. Молодец, правильно. Такое стремление у людей мне нравится. Как я был собой. Правильно, так ты нормально. Ты был собой, это хорошо. Шалом с Израиля. Привет. Вас двоих не хватает на проекте. Ребят, спасибочки, спасибо. Чем заболела? Честно сказать, я сейчас пью ингаверин, и вот это вот какой-то спрей, не знаю, первый раз в жизни его сегодня купила. У меня нереально болит горло, ухо болит. Короче, с этой стороны болит горло, и в это ухо мне все дает. В общем, ухо заложено. В общем, все плохо. В Питер не собираешься? Да, как-то съезжу, конечно. Как относишься с Тецвят? Да как? Ну, ровно, нормально, как мне относиться? Ну, как? Обычно. Ты красивая, спасибо. Зайчик, тебя там не хватает. Ну, пупсик, понимаешь, у меня я такая дама, которая принимает спонтанно решение, очень быстро, никого не слушая. Потом могу об этом жалеть. Потом могу не жалеть. Ну, в общем. Ну, конечно же, я жалела, но куда уже деваться? Ушла уже. Что я сделаю с этим? Пашка, привет! Я желаю тебе выздоровления, скорее. Спасибо большое. Споки-ноки, спокойной ночи. Ауе! Ой. Выздоравливаю. Спасибо, ребят. Мне очень приятно, правда. Спасибо огромное. Я уже не знаю, что мне пить, чем лечиться. Что там с Аленкой накрутили, а ее потом разносили. Блин, ну вы понимаете, мы тогда с Аленой так гуляли активно, что у меня потом задавали все вопросы, даже мама моя там что-то говорила, Аня там, что вы с Аленой вытворяли. Я говорю, мама, не спрашивай меня такие вопросы, я не знаю. Красивая улыбка, спасибочки, ребят, спасибо. В общем, ребят, буду выходить, потому что... Куда нужно идти? Самара Машела 5, если Москва? Ребят, буду выходить, потому что уже очень поздно. Надо ложиться спать. Мне рано встать. Ну, как рано? В 11 я думала встать. Но думаю, может быть, в 9-10 встану. Сходи к врачу. Ух, не люблю врачей. Так, буду перебираться в Москву. Надеюсь, мы с тобой увидимся. Перебирайся, тут все возможности. Ань, ты говорила, что видите, он проектный. Ой, давайте не хочу эту тему как бы опять поднимать. Ну, как бы... У каждого свое мнение. Так, скажи, Эльвира, привет. Мы с женой смотрим. Я сказала, ты скажешь привет. И привет. В Финляндии не была. Все, ребят, буду выходить. В общем, потому что я хочу пораньше уснуть. Уже 2 часа ночи, уже пораньше не получилось. Поэтому хотя бы уснуть в 3. Поэтому всем спокойной ночи. Кто проснулся, тем доброе утро. Все, ребят, я вас очень люблю, особенно искренних своих подписчиков, без всякой гадости, злости, зависти и так далее. Поэтому тоже все ложитесь спать, потому что завтра будний день и надо делать дела. Спасибо. Буду стараться выздоравливать, потому что болею вторую неделю очень, вообще не в кайф мне это все дело. Поэтому я вас всех люблю и спокойной ночи.